диске, она доставит всем огромную радость, тепло, ту любовь, которую хранит в своем сердце Долер. Это музыка для нас, для тех, кто относится к его творчеству с уважением, с любовью. Поэтому, я думаю, с огромным удовольствием мы начнем сегодняшнюю презентацию, сегодняшний вечер. И, конечно же, ваша поддержка, тепло ваших сердец согреет наших друзей. Поэтому ваши аплодисменты Долер Назар. Большое спасибо. Это для нас большое счастье, что презентация происходит в таком прекрасном месте, на священной земле, которая своим благословением подарила нам первый альбом, официальный. Альбомов было много, но все они были как бы не такими собранными в одной идее и такими людьми, которые задействованы сегодня здесь и в таком прекрасном месте. Я хочу поблагодарить Батора за то, что он, прослушав диск, который я ему просто подарочный записал, сказал, что надо сделать диск серьезный, официальный, со всеми нужными атрибутами. И большое спасибо вам всем. Большое спасибо этому прекрасному месту, его руководству, его работникам. Большое спасибо каждому человеку, который встретился в нашей жизни. Большое спасибо всем событиям. Эти песни, они рождались в течение 15 лет, и много очень было пройдено, прожито. И большое спасибо всем силам света за то, что они подарили любовь, которая выразилась в этих песнях. Спасибо. Thank you.
Большое спасибо.